Pizza. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, è bello. Happy birthday, Nicola. Oh, Brooks. Happy birthday to you. Да, это что? А что это? Какие-то стульчики? Вот, смотри. Соус, понял? А второй где-то? Не знаю. Видишь? Нет, это не сюда. Отдельно куда-то ставить. Какая она огромная. Большая. Сейчас вторую давай покажу. А ну вторую покажи. Вау. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Це 4 сира. Надо наполивать сверху соусом. Класс. Ну или, или это ты садишься есть с компанией? Не странно. Знаю, что это такие стульчики. Нет. А может это сверху еще кусочек можно ставить? Вот такая пицца, 900 гривен. Квитанция. Не бесплатно, не за рекламу. 100 гривен такси. Да не, просто хотел тебе помочь. Красиво, Коля дивится мне. Портрет в моей гостиной. Сегодня ребята аж затарахтело ночью вот это вот, вот так вот, как-то, вот так вот задрожало вот это ночью, зателепались вот эти. Так, я хотел показать нам подарок, это Вадим с Богданом должны были прийти на день рождения. Сообщить, что температуры у Коли пока нема. Да, Вадим с Богданом должны были прийти на день рождения, как люди все не пришли, день рождения переносится, и Богдан с Вадимом отправили по на такси подарок. Будем открывать, дивиться. Томасик. Туди тут, наверное, ще нічого нема. І ще мені їде одна посилка з Києва. Те, що висла. Что-то для ребенка. Стаканы. Ты что, стаканы? Смотри, летит как такое солнце лысое, уже дед солнце и мальчик солнце родилось. Йорик Продакшн. Смотри, что это? Ну подожди, посмотри. На месяце висит гитарист. Тут и тарелочки пьют в кустах. Тут тонет русский военный корабль. Тут бутылку с зажигательной смесью дирижабль. Тут что-то непонятно. Ну це що-то патріотичне? Я не знаю. Ні-ні-ні. Так, угу. Щоб не по... Сейчас вот привыкли сено паковать, знаешь, стружку это. Что-то интересно. С днем народження. Угу. Открыточка. Ух ты. Ой, у Лузі червона калина. Вітаємо, happy birthday, Вадим Богдан. Клас. Как мило. Открыточка, клас. Так, а это наклейка. Ух ты, это жил-был пес. Доброго вечера. Бачишь, вон, с наклейкой, ее можно я дисплеить. Я понял, машину. Очень классная открытка, спасибо. Патриотическая. О, боже. Шо это? О, череп. Это коньяк, наверное, да? Йолик, круто. А что это? Київський ліс. Переживанням рекомендуємо охолодити та збовтати. Ви, звісно, можете збирати це 6 місяців, але навіщо краще випити і замовити ще? А що це таке, інтересно? Коньяк, я думаю. Мені кажеться, наливка якась. Може, і наливка. Більш написано переживанням. Можете поради щодо вживання можете знайти на нашому сайті. Київський ліс, це ж не коньяк.
Це, мабуть, настойка яка-то. Угу. О, боже мой, глянь, клас, вообще. Это какой-то лимончелло или что это? Я пить не буду, мне жалко, черепа хорошие. Мангобум. Это лампочка, глянь, офигеть. А это Беллис, наверное. Мангобум, вы можете не знать, это... Вот это тоже в холодильник. Это обалденно. Шо? Класс. Вот если сайт такой, если кому-то интересно, вот зайдите, посмотрите. Стеклянный. Так это потом можно открыть. Конечно, оно сохранится, оно же не разобьется. И это можно пользоваться. Дань, как классно. Да? А это лампочка. Баттерскотчи. Баттер это бутылка. Как это открывать? Не надо, не открывай, на шо. Так а как, зачем пить надо? Ну так и открывать, оно же, видишь, веревка под низ затянута. Вот так и открываешь. Так, туда, чтобы Томас не рассказал. Очень круто. Вообще так оригинально. Оригинальный такой подарок, необычный. Только мне жалко, конечно, Вадим и Богдан пить будет, потому что жалко бутылку. Ну, бутылка-то целая останется. Можно будет выпить, а потом туда можно еще что-то налить, да? Ну, имею в виду что-то другое, да? Спасибо большое. Прикольно. Такой необычный, я еще такой необычный. Как туфли. Да. Как ботиночек карлик. Скелеты классные, великий, маленький. И лампочка. И лампочка. Так, пошли до Юлиного подарка. Спасибо. Надо Вадима поставить сюда. Так. Чтобы это вот прислала Юля. Коробка 15 килограмм. Там у Юли непонятно что, бо воно дуже дорого. Я думаю, что это стол какой-то. Или может это кальян. Нет, или это этот... Так, кальян не думаю. Нет, это не кальян. Это, возможно, мангал. Хотя, я думаю, вряд ли. Я ж не любитель жарить мясо. Любитель їсти? А де ножки? От. Открывай сперва туловище. З днем народження. Открывай открытку. Юля приклеила так скотчем. Сердечко от Юлечки. На украинской мове. Юля хорошо. Підписувати. Так, глянемо. З днем народження Коля. От Юлічки. Ага. Запечатано. Ну, відкривай. Та от. Ой. Там може на щось... Ні, там вже відкритка, мабуть. Хотів акуратно. Ну, ладно, конверт не треба. Надо рвати, кажуть, оце всю упаковку рвати. О, яка красива. Happy birthday. Ух ти, бабочка. Нехай скоріше буде мир, день народження. Вітаю, здоров'я, мирного неба, щастя, успіхів в навчанні. Нехай бажання здійснюються всі. Залишайся завжди такою чудовою людиною. Люблю, цілую. Одужання. О, ще й з ошибками. Юля, той раз ошибка. Одруження, Юля, скорішого. Ну, може, я не успівала. Одужені. Одужені. Одужіння вона написала. Одужіння. Одужіння. Одужеє. Одуження. Вона «е» написала. Ну нічого. Юля, скажи, «Ет саме» спеціально висміє. Спасибо, красиво відкрити. А як я мог таке пропустити, Юля? Листівка вітальна. Висміяв мене. Це тут не написано, Тор, може тут написано? Висміяв мене. Сколько? Давай, не дивись. Ти знаєш, що? Я без поняття, вона не сказала мені. Вона каже, я таке щось Колі купила, йому дуже це треба, і я тобі не скажу, бо ти проговоришся. Я говорю, не кажи. Ну що, це мангал? Я не знаю, мені вона нічого не сказала. Я сам не знаю, що Юля мені купила мангал. Відкривай, скорій. Що це за літаючі тарілки? Ну, доставай. Ой, блядь, тяжелый. Та подожди, бо поломиш, чертовий бабушка. Це колесо. Я щось слышу маленько. На швейну машину. Тягни. Ой, блядь. Шланг, Коля.
Це точно вам готовить на ігрі, як буде бомбить. Между прочим, это классная штука. Я, по-моему, понял, что это. Это хорошая штука на костре готовить или на газе. Вот так вот ставишь вот это как тарелка здоровая. Я не знаю, что это, я так думаю. Мне кажется, тут готовить надо. Ну, надо открывать, давайте. Там шланг какой-то. Я что-то еще не бачу. Ты же видишь, что оно такое грубое. Во! Я уже знаю, что это. Класс. Это сковородка. Так глянь, какая она крутая, здоровая. Да. Она ставится на ножки, под низом костер. Тупо, вот смотри, снизу видишь первый этаж. Костер в этой чаше ты варишь, а сверху ставишь миску. Это классная штука. Вот вы на игрень летом пришли, вытянули картошку, сальца. Все, плов приготовить на этой херне. Сковородка для гарного відпочинку. Вот это классно. Во-первых, куда-то смотри. Ой, класс. Ой, мне нравится, классно. Вона безвідмовна, жарь кожного дня. Смотри, класс. Це чехолчик. Тут і рішоточка є. Это три козака наших. Ну давай, будем собирать? Ну давай, а чё нет? Можешь подивиться? Розривай. Это херенно. Мужики варили. Это у нас в Хмельницкой области. Это тяжело. Ну як ти хотів. Тут это знаешь, похоже на яку? На оту, що Юра на Западній Україні. Ну що ти похоже, ну это картошку? Другая. Це ж, мабуть, ручна? Ну чия? А самвел, ну тут таким сердцем. Сипком? Що там? Це клієм, знаєш. Ну и что это? Оно так должно быть? Ой, это масло. Может, оно склеивается чем-то? Ой. Че оно выжарится, че шо это такое? Это как солидол. Ну, что ничего не пойму. Может, это пленка сверху? Да не, не царапай. Так, вот эти штуки. Так это можем оно снимать, да. Це крышка. Це крышка. Ага. Смазано, бачишь, солидолом. Солидол. Оно смазано? Солидолом, Коля. А зачем? Ну, чтоб не поцелу, чи шо. Та як? Солидолом, чтоб не поцелу. Лопатка. Да вы мне просто хорошо. Штыри. Ой, это надо собирать, в общем, как-то. Ну давай соберем, что ли. Я не знаю, как собирать. Давай ножки. Где инструкция? А тут нема. Куда її? Я не знаю, я взагалі таке мене люблю. Ну снімай, бля. Я бачу, один раз як жарили. Ну це не добре. Ну, от же ж. Ой, нічого не пойму. Куда? Це що? Держи оце. Сніми мене, я покажу, що робити. Це низ чи це верх? Так. Тут сипок є. Так ножки ще не відкрив. Сам верх. Мені ножки. Що ти робиш? Зачем ти це вішаєш? Тому що тут ключка. Це вот так точно. А це для чого? Вот эти штирі вкручуються. Вот тут огонь буде. Верх ногами. Оце буде жрать вариться отут. Подожди. То, що це не дуже здорово. А ножки зачем? Чого воно все в мазут? Може це на ту сторону сипучку можна бути. Може це наоборот. Типа от так. Цепочки туди свисають, а це отак. Типа цепляється. Та як? Свисають цепочки? Так. Так ти що? Ні. Жарить отут. В этом жарить. А тут, мабуть, дрова саме. Може отак.
А снизу ножки вставляються. Та ні. Відкривай ножки. Тут інструкції нема. Я так зрозумів, що тут немає інструкції. Не самодільне. Не пойму, а зачем цим халідолом смазують? Ну, Коля, це ж мужське производство. Мужики ж не будуть смазувати ці лави із жвачки. Не, ну, понятно, може. Не будуть смазкою смазувати. Смазують халідолом. Ми ж не знають, що є смазка. Нормально. Чи воно таке, як клей якийсь липкий? Это солидол называется, это не клей. Может, он потом выгорает? Да выгорает. Зрители напишут. Ого. Твою мать, куда это? Коля, я уже весь в солидоле. И я, мне уже все руки в солидоле. В общем, тут с этой стороны закручивается, с этой, по-моему, нет. Это не закручивается, это просто ставится. Это куда закручивается, видишь? А то все в солидоле, Коль. Давайте на игрине батько, с батьком будете завтра собирать. Будет время, да. Мы поедем, соберем, подивимся, да, потому что на ночь... Это всовывается сюда, смотри, это вот вкручивается сюда. Потом, наверное, вот эти... Тут не могу... Ладно, оставим, наверное, да? Спасибо, Юля, велика тобі. Это очень классная штука. Да, я понял. Она просто собирается. Вот тут картошку, я бачу, один раз жарила. Картошку, плов там, что хочешь, рыбу целую. Вот на вот этой штуке жарят, да, по-моему, да. Тут. Рыбу, хочешь хирыбу, что хочешь, с крышечкой. Только тут надо не царапать. Там деревянную лопатку тебе специально положили туда, чтобы ты имел в виду, что... Потому что она накрывается. Да, так открывается. Вот, да? Вот, оно, это самое верхнее. Я понял, а тут внизу дрова. А снизу вот это цепляется к этому как-то, и висят, висит огонь тут. На чем огонь? Ну, дрова тут распалишь. А вот это держится на этом, а под низу, на вот этих штырьках, видишь, тут тоже есть штырьки. Да, смотри, вот это должно быть сверху, смотри. Значит, как оно делается. А правильно ты делал? Ну, не-не-не, не так. Вот... Вот смотри, вот эти штырьки, прикручиваются вот сюда. Видишь, тут есть меньший диаметр, вот. А нет. Да, что? Да, да. 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 Только надо, чтобы оно стало правильно. И оно висит, только вот получается. Так. Нет, видишь, не сходится. Тут штырьков нема. Значит, вот эти ножки. Жалко, заставь на сумку, бо сейчас вся сумка в солидоле будет, она сейчас грязная вся будет. Так, давай, в общем, вынесемся на балкон, а батько разберется. Да, я тоже так думаю. Все. Вынось, бо сейчас вся сумка в солидоле будет. Спасибо, Юля, велике тобі. Завтра на міні-квартиру. Да, завтра розберемося, тому що непонятно, що. Завтра будемо розбиратися. Це сюди. Завтра вже. Здесь на з балкона не свалиться, не то вже, бачиш, і сумка застралася із-за цього солідолу. Я так понял, что оно должно быть в этой сумке. Так а как оно все сюда влазит с ножками? Не пойму. Кращему другу с ним народжене. Оль, якось влазит. Дякую, Юля, велике тобі. Не, подарок цей класний. Будем пользоваться. Очень, да. Хорошая вещь. Спасибо. Это разобраться просто надо.